Короче, танцуем. Ну ладно, 4-5. Вот я тебе все равно.
еще раз, а мы спиной. Thank you.
добавил, кто добавил, кроме Жупа? Вообще, вы можете танцевать как договор на 4-5 спокойно поводить себя больше. Если вы такие типа, ой, блядь, сидели, как-то ужасно, страшно, жутко, говно на 4-5 будет сакать. Вот, либо можно танцевать как на времени, на день, на день, на день. Вот, давайте добавим вначале. Мы делаем прыжок. Делаем. Партнер справа. Попробуем это сейчас все вместе объединить. Я не очень верю, что у меня получится, но очень много мелких движений ногами.
Продвижение этой почки должно быть очень медленным. Поэтому, если вы стоите в голове, во-первых, там движение происходит вот на первый зачет. Вот здесь мы движемся, вот здесь мы уже не движемся. Двинулись? Не двинулись. Двинулись? Я остановился. Короче, идея следующая. Попробуем делать вот все, что мы делали тут, начиная с кого-то на 4-5. Второй. Я тут немножко перестаньте упасть. Да, это ко всем относится. И к предыдущим стеночке тоже. Вот. Начинаем по легкой схеме с небольшой амплитудой совсем. Вот эти вот все задачи делаем минимальными. Потом мы такие типа поняли, послушали музыку, музыка ништяк, у нас все ништяк, вот, и мы можем немножко понемножку увеличить амплитуду. Но в сторону мы движемся очень медленно, на первый шаг. Что мы там? Попробуем еще раз.
Так, на самом деле это почти что. Версия, которая очень танцует там. Только женская версия. Вот. То есть девочка всегда так танцует, практически. Там еще мы один потеряли. Когда мы делаем на 6, значит, мы тоже делаем.
15 минут. 15 минут у нас осталось. Мы же добьем, да? Хотя бы до какого-то вида. Но балла сегодня точно не будет, потому что балла плохо. Так, что мы делаем? Мы на какой-то там какой-то счет, там еще счет добавляем пару бюджетов.